Рад вас приветствовать у себя на канале, с вами Владимир, вы на канале Apple Expert. В сегодняшнем видеоролике я вам хочу рассказать об одном классном сервисе, который сможет вам переводить абсолютно все видео из разных источников. Досмотрите видео до конца, и да, вы будете удовлетворены. Видеопереводчик искусственный интеллект для работы, для всего чего угодно. Благодаря человеческому голосовому интеллекту, клонированию голоса и функциям перевода ChatGPT, CAT видеотранслятор может автоматически точно переводить видео на английский и другие более 35 языков без очереди. Дальше, что тут у нас говорится? Перевести видео с помощью функций, основанных на искусственном интеллекте. Очень круто. Поддержка языков вообще абсолютно, какой вам нужен, английский, португальский, французский и так далее, так далее. Перевод с видео искусственным интеллектом для каждого сценария, то есть для чего это можете использовать. Перевести видео, шорты, YouTube, просто обычное видео. Перевод для международных маркетинговых презентаций. Перевести видео для образования. Перевести новостные видео. Перевести видео с игр. Перевести фильмы, сериалы и прочее. Вот, есть даже интеграция, которую вы можете ознакомиться, посмотреть. يمكنك التحدث باللغة العربية كما تريد. No matter what language you speak, our tool will help you break language barriers and reach to a global audience. Try it for free now. Hi, creators. Instantly translate videos with our AI video translator. You can speak English as you like. Você pode falar português como quiser. Puedes hablar español como quieras. Tu peux parler français comme tu le souhaites. يمكنك التحدث باللغة العربية كما تريد. Ну что ж, друзья, давайте мы с вами загрузим файлы. Я сделал небольшой видеоролик для того, чтобы сделать какую-то презентацию. Нужно нам сейчас его загрузить, определиться с языком, с выбором голоса, и мы уже тогда полноценно можем определиться, с каким голосом будем работать. Вот я выбираю, там будем с русского на английский. И, в принципе, для начала пойдет. А дальше мы поменяем, выберем еще какой-то язык. Нам нужно будет это загрузить. Выберем расширенные настройки. Здесь мы можем выбрать некие два подпункта, чтобы оно генерировалось автоматически, подбиралось в тон голоса, чтобы не было запозданий и прочее. Точно так же с определением языка. Ну и выбор голоса. Yes, that is what I said. We have committed the golden rule to... Ну все, определились. Осталось подождать, пока оно все это дело обработается и будет нам доступно. Как видим, видео обработалось, нажимаем продолжить все это дело, и сейчас уже будем работать с полноценным файлом. Сейчас можете видеть наглядно, как файл обработается до конца, после чего он появляется у нас. Все, мы его можем нажать посмотреть, здесь другие видеоролики загружены от компании, здесь демонстрация. Так, друзья, вы сейчас можете видеть, как я буду... I will transition to... In various languages. Show. Теперь здесь можно проявить некую настроечку, выбрать на другой язык абсолютно. То есть мы будем делать с русского языка на английский и на французский. Сейчас я применяю формы, те, которые мне нужны. Будет два видеоролика. Один у нас оригинал, другой у нас будет уже с французским и с английским языком. Pour illustrer le fonctionnement général. Возвращаемся назад, видим, что у нас уже два видеоролика готовых. Один у нас на французском языке, другой у нас на английском языке. Все, сейчас мы их скачаем, можем поделиться ссылками, тут неважно, как нам удобно будет на разные соцсети, просто скопировать ссылку и отправить людям, они смогут загрузить и посмотреть его точно так же. И сейчас мы скачаем, точно так же с вами посмотрим. Сейчас мы с вами перейдем, посмотрим, как видите, оригинал, английский и французский. Начнем с английского. I will transition to speaking in various languages, showcasing my language versatility. Французский. Je vais changer de langue et parler dans différentes langues. Ну и на этом все. Это действительно круто. Друзья, ну а сейчас я вам продемонстрирую расширение для Google Chrome, чтобы вы могли установить, просматривать видео в YouTube уже с переводом. И неважно, какой это будет язык. Вам нужно добавить сначала, скачать данный плагин, активировать его. Ну и, естественно, он будет работать полноценно сейчас, что я вам наглядно и демонстрирую. Находим любой видеоролик, который на английском языке, к примеру, вот я взял популярного блогера Мистер Биста, включаем видеоролик, настраиваем, естественно, выбираем громкость по нашим удобствам, можем занизить громкость того видео, чтобы мы не слышали именно английский язык, ставим именно нам нужный перевод, все, точно так же скорость воспроизведения, скорость перевода, возможно, будет немножко отставать, поэтому придется подкорректировать, конечно же, выбор языка и прочее, очень классная штука и удобная. Так вот, друзья, как сами видели, все в принципе просто, все ссылки в описании под видео, в закрепленном комментарии, вы сможете как в Chrome переводить,
так просто загрузить видео, скачать, либо вы купили фильм, его скачали, перевели, точно так же сериал, неважно, имеет значение, это могут быть и презентации, и просто какие-то развлекухи в ваших интересах. Очень полезная фича, очень действительно помогает. Я сам до этого никогда этим не пользовался, но после этого теперь я буду это очень активно использовать. Поэтому напоминаю вам, что все ссылки в описании под видео, за прикрепленным комментарием. Дальше больше, скоро увидимся.